По состоянию на 27 апреля в Одесской области зарегистрировано 240 случаев коронавирусной болезни, подтвержденной методом полимеразной цепной реакции, из которых 57 – жители города, 183 – жители области. 20 пациентов находятся на стационарном лечении в городской инфекционной больнице, в том числе 10 городских жителей, 10 – жителей области. 4 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации на кислородной поддержке, из них 2 – жителя города. У 12 пациентов состояние средней тяжести. По возрастному составу от 18 до 55 лет – 20 пациентов, старше 55 лет – 15 пациентов, на ИВЛ пациентов нет. Летальный случай – 1, выздоровевших – 8 человек. Всего на 27 число в инфекционной больнице находится 148 человек, из них 95 с подозрением на COVID. Выполнено 811 быстрых тестов, получено 108 положительных результатов. 32 пациента с COVID из числа жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. В городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 97 пациентов с пневмонией, из них старше 60 лет 6 пациентов. Согласно приказу Департамента здравоохранения, все пневмонии поступают в инфекционную больницу и только после ПЦР-обследования переводятся в другие учреждения здравоохранения. Ведется работа по обследованию персонала и пациентов в группе риска по COVID. По результатам обследования в терапевтическом отделении ГКБ-10 выявлены 2 положительных случая на COVID. Один из них был выписан с улучшением на амбулаторный этап лечения. Сейчас пациент находится на самоизоляции до полного излечения. Второй переведен в инфекционную больницу. Проведено ПЦР-обследование всех 100% сотрудников из контактной группы, 21 человек. Выявлены и отправлены на самоизоляцию 2 случая ПЦР положительным результатом. Врач и санитарка. Оба случая асимптомного носительства. 24-го отделение закрыто на карантин. Дополнительно проведено 6 ПЦР-исследований пациентов. Отделение 27 ПЦР-исследований у сотрудников терапевтического рентгенологического отделения кабинета УЗИ. Результаты в работе. Допуск к текущей работе имеет право персонал с подтвержденным отрицательными результатами ПЦР-анализа. По состоянию на 27-е из лабораторного центра, по информации лабораторного центра, поступила письменная информация по 621 контактному лицу, которые переведены в центры первичной медико-санитарной помощи под наблюдение семейных врачей. За неделю у 41 пациента закончился период карантина, они сняты с изоляции. Всего с начала карантина сняты с изоляции 322 пациента. В рамках служебного пользования изготовлен функционал сайта, направленный на учет, контроль и сопровождение пациентов, находящихся под амбулаторным наблюдением семейных врачей в режиме самоизоляции и лечения и работы мобильных бригад Центра неотложной медицинской помощи. Рабочая группа в составе членов экспертного совета, ведущих городских специалистов и сотрудников департамента разработала протоколы лечения и стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19, сетевой клинический маршрут пациентов для городских лечебных учреждений и службы экстренной медицинской помощи. Выполнен статистический анализ и создан расчет и полный перечень потребностей медикаментов, расходных материалов в зависимости от тяжести течения коронавирусной болезни. Продолжает работу 3 городские мобильные бригады Центра неотложной помощи для проведения на дому тестирования быстрыми тестами и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящимся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Для обеспечения надлежащих условий работы и соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм выделены и оборудованы 3 помещения с возможностью смены защитной одежды и утилизации ее. Бригадами проведено 322 тестирования быстрыми тестами, в том числе лицам, находящимся под обсервацией в санатории «Куяльник». В процессе тестирования были выявлены 11 положительных результатов. Пациенты госпитализированы бригадой скорой помощи в инфекционную больницу для обследования и оказания медицинской помощи. Заключен договор с лицензированной компанией на проведение дезотработки транспорта Центра неотложной медицинской помощи. Меценатами организовано питание 18 оперативных сотрудников Центра неотложной медицинской помощи.
Некритичная эпидситуация прошлых недель позволила максимально сконцентрироваться на плановой подготовке опорно-инфекционной больницы и учреждений второй линии. За это время значительно пополнена материально-техническая база. Поставленное оборудование представлено на слайдах. Согласно перечню товаров, работы и услуг для борьбы с ковидом производится закупка расходных материалов, ДЭС-средств и лекарственных средств. Из государственного бюджета осуществлена поставка 30 тысяч масок, 15 упаковок препарата плаквенил и модульных мониторов пациента Q5-4. Происходит регулярное пополнение средств индивидуальной защиты. Текущее состояние обеспеченности городской инфекционной больницы представлено на слайде. Заключен договор с лицензированной компанией на проведение дезодоработки помещений инфекционной больницы, а также автомобильной экстренной помощи, осуществляющей доставку инфекционных больных. Согласно решению главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, с 21 апреля образцы биологического материала из учреждений здравоохранения для обследования на COVID направляются в Украинский научно-исследовательский противочумный институт Министерства здравоохранения. До этого ПЦР-тесты проводились на мощностях Одесского лабораторного центра. Учитывая количество необходимых лабораторных исследований, мы ведем работу по разворачиванию ПЦР-лаборатории в городской инфекционной больнице. Завершены работы по ремонту помещения лабораторного корпуса под ПЦР-лабораторию. Ведется подготовительные работы по установке системы вентиляции и проведению экспертизы проекта. До закупки оборудования городом имеется договоренность с медуниверситетом по временной передаче ПЦР-оборудования в лабораторию инфекционной больницы для организации ПЦР-исследований. В инфекционной больнице практически готово к открытию новое детское отделение на 35 коек. За год в отделении смогут получить квалифицированную медицинскую помощь свыше 200 детей с острыми менингококковыми инфекциями, с подозрением на коронавирусную инфекцию. Данные диагнозы предусматривают длительное и сверхдлительное пребывание детей в стационаре. В отделении оборудованы полубоксы, это маломестные изолированные палаты со всеми удобствами, с выходом в общий коридор. Полубоксы оборудованы и спроектированы таким образом, чтобы в случае необходимости все реанимационные мероприятия можно было бы эффективно и качественно выполнять на месте. Эти полубоксы оснащены мебелью, которая изготовлена по индивидуальному заказу, со специальным антибактериальным покрытием поверхности, что позволит максимально повысить эффективность санитарной обработки и обеспечить противоэпидемический режим. С учетом того, что отделение рассчитано на длительное нахождение детей, мебель подбиралась разной цветовой гаммы для психологического комфортного пребывания детей. Все кровати имеют специальные деревянные щитки, укомплектованные наборами постельного белья в яркой цветовой палитре с подушками, одеялами хорошего качества. Закуплены матрасы с максимально возможной толщиной для соответствия санитарным нормам многоразовой обработки в автоклаве. Ко всем кроватям предусмотрены металлические тумбочки. Боксы укомплектованы разноцветными обеденными стульями, столами для маленьких пациентов. Оснащены необходимыми шкафами для хранения вещей для детей, так и для мам. Отделение оснащено разноцветными яркими мягким инвентарем. Также предусмотрены процедурные, манипуляционные, рентген-кабинеты, молочная кухня для обеспечения питания детей. Таким образом, в отделении созданы условия, максимально приближенные к домашним. До момента открытия в помещениях детского отделения размещалась посменно по 5 бойцов Национальной гвардии, которые дежурят круглосуточно на территории больницы. В настоящий момент бойцы переведены в другое помещение. По кислородному обеспечению за неделю УКСом была проведена следующая работа. Завершена кислородная разводка в боксированном отделении номер 10 инфекционной больницы на 40 мест. Также завершены работы по установке дополнительной резервной рампы на 10 баллонов. Итого, кислородная подводка осуществляется к 46 местам. Для ГКБ номер 1 завершена работа по модернизации системы кислородоснабжения, проведению новой электролинии для подключения кислородных концентраторов, а также организован отдельный вход для медицинского персонала и чистой зоны в лор-отделении. Для роддома номер 2 и городской больницы номер 5 продолжаются подготовительные работы по модернизации системы централизованного кислородного обеспечения. Проект по городской больнице номер 5 проходит экспертизу. Для 11 ГКБ завершены работы по кислородной разводке в помещениях отделений. Ведутся работы по установке криоцилиндра и установке дополнительной рампы на 10 баллонов.
Всеми лечебными учреждениями, которые будут оказывать медицинскую помощь больным на COVID-19, подготовлены к заключению проекты договоров на поставку кислорода. За половину апреля 2020 года 487 сотрудников городской клинической инфекционной больницы получили муниципальную надбавку в размере 1 382 000 гривен. За март 2020 года сотрудниками городской инфекционной клинической больницы, задействованных в работе с пациентами на COVID, начислена доплата в размере 3 должностных окладов тарифной сетки в размере 2 миллиона 444 800 гривен за счет средств, которые должны быть перечислены из государственного бюджета. Департаментом сформирован кадровый резерв из врачей средних и младших медицинских работников, изъявивших желание работать в опорных стационарах города и родильном доме. За прошедшую неделю врачи прошли обучение на рабочем месте согласно протоколам оказания медицинской помощи с больными COVID-19. В настоящее время анестезиологическая служба города системы здравоохранения насчитывает 42 анестезиолога, которые дали согласие оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусом. В случае ухудшения эпидситуации возникает необходимость в привлечении еще 32 дополнительных специалистов. В результате обращения к медицинской общественности, к руководству медицинского университета создан резерв из 3 городских анестезиологов, 17 работников кафедры специализированных врачей-анестезиологов, 19 молодых анестезиологов и 23 врачей-интернов для работы с больными коронавирусом, что позволит сформировать полнокомплектные реанимационные бригады в каждом опорном учреждении, итого 62 врача. Однако при самом негативном сценарии развития эпидситуации возникает необходимость в дополнительном разворачивании коек. Если будет самый негативный сценарий, тогда еще необходима дополнительная потребность в медицинском персонале. В настоящее время дали согласие 50 врачей различных специальностей. Совместно с кафедрой анестезиологии интенсивной терапии медуниверситета подготовлена учебная программа интенсивного обучения и проводятся онлайн-курсы и практические занятия. Проведено 3 цикла занятий для 36 врачей кадрового резерва, практикум по респираторной поддержке для специалистов неанестезиологического профиля в условиях COVID-19. Обучение продолжается. По медицинским сестрам это 48 человек, из них 37 сотрудников учреждений, других учреждений здравоохранения города, 11 студентов старших курсов медуниверситета. По санитаркам это 9 человек, 5 сотрудников учреждений здравоохранения и 4 студентов младших курсов медуниверситета. Учитывая прогнозируемые масштабы поступления пациентов с COVID-19, необходимость применения при лечении больных с коронавирусом препаратов крови, благодаря агитационной работе на базе отделения переливания крови городской больницы номер 11 производится пополнение запасов крови. В первую очередь откликнулись сотрудники национальной полиции, за что им выражаем слова благодарности. По состоянию на 24 апреля сдали кровь более 30 неравнодушных одесситов. Призываем всех желающих стать донорами. Благодаря решению городского головы работники учреждений здравоохранения получили возможность бесплатного проезда в городском пассажирском электротранспорте общего пользования. Это, конечно, очень большое подспорье, спасибо за это. Имеется проблема с доставкой медицинских работников по направлению Нерубайская, Усатова, Нати, Беляевский район, Иосифка, Добра, Александровка, Новоградовка, Обедеобыльский район, Северинка, Ильиновка, Ильинка, Латовка, Беляевский район. Департамент здравоохранения в адрес областного управления транспорта направлено письмо о необходимости организации автобусного сообщения для перевозки медицинских работников в указанном направлении. Значит, также хочется поблагодарить всех благотворителей, которые оказывают помощь нашим медицинским учреждениям, медицинским работникам, которые, значит, внесли свою значительную помощь. Это торговый дом «Фортуна», Одесская областная организация «Красного креста», «Евротерминаль», «АРТ Филь», «Гефест», «Маримота» и компания «Банк Восток», «Сергей Диабло», «Борис Кауфман», «Казак» Дмитрий Анатольевич, «Герц», «Инфукс Водоканал», Акционерный банк «Пивдены», благотворительный фонд «Корпорация монстров», ООО «Евровагонсервис», благотворительный фонд семьи Жибривских, народных депутатов, депутатов городского совета, а также предприятия, организовывающие бесплатное питание медицинских работников, фабрика «Смаку», «Смайтфуд», «Питание плюс» и «Сава Липкин». Спасибо за внимание.